Мобильный отряд особого назначения, настоящие рыцари, которые каждый день стоят на страже нашей безопасности, спецподразделения ОМОН. В ноябре 2011 года был создан взвод отряда милиции особого назначения. Место дислокации – город Бобруйск. Численность – 20 человек. Силовая поддержка наркоконтроля и уголовного розыска. Охрана общественного порядка. Главные задачи, которые стоят перед сотрудниками спецподразделения. Зона ответственности – Бобруйский, Глузский, Кировский и Осиповичский районы. Все спортивно-подготовленные ребята, выполнившие нормативы, которые соответствуют для службы в органах внутренних дел, в целом, Физическая подготовка, психико-моральное отношение, чтобы были подготовлены и устойчивы. Физическая и боевая огневая подготовка – это повседневные будни элитного подразделения. Ведь их обязанность – спасти людей вне зависимости от обстоятельств. Для этого свое дело они должны знать даже лучше, чем на отлично. Тренировка ОМОНовцев больше напоминает настоящую горячую точку. Взрывы, выстрелы, крики. С непривычки сразу и не поймешь, что это – настоящее задержание или плановая отработка норматива. Здесь нет случайных людей, только проверенные и закаленные бойцы. Один из таких — Сергей Клыбик. Дорога под названием ОМОН началась для старшего прапорщика в 2010 году. Сергей был призван на срочную военную службу в спецназ. После была работа в Осиповичском РУВД, и практически сразу пришло решение переехать в Бобруйск для трудоустройства в ОМОН. Сдал все нормативы на отлично, вопросов никаких не возникало. В 2015 году назначили на должность командира отделения, и по сей день прохожу данной должности в данном элитном подразделении. Нет, конечно, не жалею, потому что понимаю, что это мое призвание – служить здесь и оказывать всем помощь, кто в нем нуждается. Но, конечно, не можем мы в своем репортаже специального назначения обойти вниманием и особую дату в жизни сотрудников МВД. 4 марта – День милиции. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, профессионального карьерного роста, мира, добра и тепла вашим родным и близким. С праздником! Слова благодарности за их нелегкий труд, грамоты и концертная программа. Накануне праздника сотрудников милиции поздравили первые лица города и творческие коллективы. Бобруйского городского исполнительного комитета хочу вас поздравить с вашим профессиональным праздником. Желать вам крепкости духа, благополучия, радости семейного и, конечно, чтобы сегодня те показатели, которые мы достигли по итогам 2019 года в городе, чтобы они только укреплялись. Огромное слово благодарности вам за вашу работу, за ваш труд, за ту неиссякаемую энергию, которой вы, конечно, обладаете. Они готовы прийти на помощь тем, кто в них нуждается, и наказать того, кто собирается переступить черту закона. Они не спят по ночам, чтобы другие чувствовали себя в безопасности. Праздники и выходные для них – большая редкость. А концерты и спортивные турниры они привыкли видеть с другой стороны. Верные друзья, преданные бойцы и профессионалы своего дела. Все это – белорусские милиционеры. Максим Кембель, Максим Галенко, Бобруйск 360.